Çeçenistandan Ukraynaya kadrovçuların növbəti dəstəsi yola salınıb. Bu barədə Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrov Telegram kanalında məlumat verib. Ukraynada hərbi əməliyyatda iştirak etmək üçün könüllülərdən ibarət növbəti dəstəni yola saldıq, deyə paylaşdığı videonun altında Kadrov yazıb. Kadrov Ukraynaya göndərilən dəstənin tərkibində çeçenlərlə yanaşı rusların və avarların olduğunu da deyib. O bildirib ki, Rusiyanın müxtəlif regionlarından təlim görmək üçün Çeçenistana döyüşçülər gəlir, oradan isə Ukraynaya yola salınırlar. Kadrovçuları Çeçenistan parlamentinin rəhbəri Magomed Daudov və Regional Daxili İşlər Naziri Ruslan Alxanov yola salıblar. Российская Федерация считала за честь защита своей родины. Мы собрались воевать именно против нацизма, против фашизма. Защитить свою родину, защитить русскоязычное население Донбасса. Если среди вас есть на данный момент даже те, кто передумал, можете делать шаг вперед, мы это все поймем. Ребята, спасибо вам. Спасибо вашим матерям. Сегодня нас здесь, именно в Чеченской Республике, собрал наш глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который с первого же дня военной операции в Украине, вы сами это знаете, видите. Из-за того, что вы это увидели и услышали, вы находитесь здесь, на территории Чеченской Республики. Удачи вам, ребята, чтобы домой все приехали без потерь, без ранений. Ахмат! Сила! Сегодня вы идете защищать мирное население Донбасса. Я уверен, что с поставленной задачей вы справитесь. Я желаю вам удачи. Самое главное, живыми и здоровыми, чтобы вы вернулись к своим семьям. Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Я приехал с Карачаева, Черкесии, проходил здесь подготовку. Все на высшем уровне, мы готовы к бою. Приехал с города Саратов. Подготовку прошли успешно, обеспечение более чем ожидалось, даже если честно. Вот, ребят, если кто имеет желание, патриотизм, приезжайте, поддерживайте. Сам я уроженец Приднестровья. Хочу сказать спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что нас тренируют лучшие инструкторы, предоставили всю экипировку. Хочу сказать, Ахмат, сила! Ахмат Хаджи, не готов. Дала Томба, Резиду, Почайла, любого человека, художества, дома. Я из города Казани. Встретили очень хорошо, подготовили хорошо. Хотел победить Бандеру. И еще раз хочу сказать, что мы победим.